Короче, всем привет, с вами Жека. Сегодня я буду делать Water Battle. Вообще решил, сколько вы видите, у меня в руке бутылка. Но это будет необычный Water Battle Clip Challenge, поскольку у меня очки. А если что-то необычное, у меня очки вообще-то, когда я снимаю. В общем, поехали. Блин. Так начинается всегда мое видео. Короче, первый вариант я уже придумал. Сейчас будете реакцию ржать. Самый тупой вариант Water Battle рука челлендж. Ну вот так. В принципе, нравится. Короче, продолжаем дальше. Второй вариант. Берем бутылку. Видите, да? И оп. В общем, это второй вариант. Так можно его сделать. Это будет, в принципе, легко. По крайней мере, для меня. Сейчас сделаем хард. Нет, это пред-хард. Блин. Ну, я скажу, сказал пред-хард. Я знаю, какой будет хардкорный режим. Бутылочкой. Блин. Короче, начинайте. Мы берем бутылочку. И вот так вот делаем, то есть через ногу, чтобы она пролетела кругом. В общем, это, в принципе, будет легко. То есть вот так. Ну, поняли, да? Я сейчас просто что-то я тренировался. И все. Продолжаем дальше. Дальше, сейчас я сделаю хардкорный режим бутылки. То есть через пиво, понимать. Ну, это, ребят, ну это сложно, пипец. Блин. Фак. Смотрите, что, как у меня бутылочка встала. Сейчас. Видно? Во. Это так она встала, прикиньте. Я батя. О, видите? Из плеч растут. У меня из плеч что-то растет. Фак! Короче, сейчас будем, наверное, заканчивать. Наверное. Блин. В общем, сейчас пробуем еще раз. Предхардкорный режим. Готовимся и пошел. Блин. Блин! А ну, ладно, тогда делаем вот так вот. Все знают, что... Ой, вот. Вот так. Ну, может, пока. Но не все знают, что значит... Вот так. В общем, это будет новый жест. Когда ты сделал челлендж. Мой челлендж. Который я придумал, Матюш. Ладно, короче, раз. Всем пока. Это был Жека. Подписывайтесь на мой канал. Ставим лайки, комментарии и всем пока!